блистательный комплект «Ажурный сад». Мы предлагаем вам цену сразу же на комплект с бриллиантами. Вы все правильно поняли. Кольцо и серьги «Ажурный сад» представлены сегодня по одной общей цене 3999 рублей. А что такого особенного в этом комплекте? Узнаем прямо сейчас. Особенное – это вставки. И достаточно просто увидеть один разок, даже мельком глаза, как блестят эти вставки, чтобы догадаться, что же это за камни и как называются эти замечательные минералы. Блистательный, блестящий. По-французски это звучит как «бриллиант». Отсюда, собственно, и название этого камня. Вы угадали? Ну, конечно. Каждой женщине, каждой девушке, каждой, знаете, сейчас даже уже девочке, они хорошо знакомы. Наши лучшие друзья. Бриллианты. И здесь, в этом комплекте «Ажурный сад», их сразу же три. По одному в каждой сережке, по одному в кольце. Посчитаем! Разделим 3999 на 3. И что мы получим? Мы получим вот такую сумму. 1333 рубля за бриллиант. Но ведь это еще не все. Бриллиант инкрустирован в серебро. Серебро покрыто золотом. И все это вместе, каждое отдельно взятое цельное украшение стоит всего лишь 1333 рубля. Ну а сейчас внимание! Вы готовы проверить эти камни? Вы готовы убедиться в том, что это действительно бриллианты? У меня для вас подготовлены паспорта. Паспорт есть на каждое украшение из комплекта, и это важно. Это гарнитур, но удостоверение личности украшения есть у каждого элемента гарнитура. Давайте посмотрим на паспорт, на серьги и прочитаем самое главное, заветное слово. Драгоценные вставки, бриллианты. Пожалуйста, два бриллианта в сережках, два изумительных камня в центре. Теперь ознакомимся с паспортом на кольцо. И мы видим то же самое. Драгоценный бриллиант. Круглая форма, 17 граней. Огранка А, степень огранки совершенная. Так зовут ее ювелиры. Ну что ж, у меня есть еще один способ доказать вам, что это натуральные бриллианты. Есть еще один способ, чтобы мы с вами проверили подлинность этих камней. На экране появляется тестер. Тестер натуральных камней используется для проверки камня. Давайте вместе с вами убедимся в том, что это бриллианты. Наша с вами главная задача, ваша конкретно, следить за этой стрелкой. Она должна из красной зоны переместиться к зеленой, где написано «Diamond». И именно вот эта замечательная надпись на английском языке, потому что это язык международный, и свидетельствует нам о том, что в данном кольце, например, инкрустирован бриллиант. Вы готовы? Внимательно следим за стрелкой. Я проверяю этот камень. Что произошло? У нас стрелка... Нет, ну вы это видели? Давайте посмотрим еще раз. Стрелка буквально легла в зеленой зоне. Мне кажется, ей даже вот-вот не хватит уже предела этого тестера. Она за него выскочит вот тут сбоку. Помимо бриллиантов, что важно здесь отметить? Конечно, размер этих украшений. Посмотрите на ширину кольца. Она поражает воображение, потому что кольцо кажется очень крупным и массивным. 1,5 сантиметра в ширину. Но какое легкое это кольцо. Это словами не передать. Это надо чувствовать. Закажите его, наденьте. А серьги? Посмотрите, какая у них высота. Высота сережек здесь тоже порядка 2 сантиметров. Посмотрите, какое широкое место для мочки. Это же фантастика. На любую мочку, на любое ухо подойдет. И цена всего лишь 3999 рублей. Где это видано, где это слыхано? Только сегодня в нашем выпуске рубрика «Украшения».